Данный новый электрический мотороллер готов для отправки своему новому хозяину. У нас есть платная доставка нашего товара во все регионы Кыргызстана. Данный электрический мотороллер имеет очень большой кузов размером 130 на 180 сантиметров, оснащен 5 12-вольтовыми аккумуляторами. Грузоподъемность мотороллера до 1 тонны. Запас хода в зависимости от веса груза 40-60 км. Задний мост под кузовом оснащен двойными рессорами на каждое колесо, плюс небольшими амортизаторами тоже на каждое колесо. Двигатель на 2 кВт. Данная модель гидравлический самосвал. Автоматически поднимается кузов и сбрасывает груз. Стоимость 150 тысяч сом. Можно взять в рассрочку. Вообще стоимость наших электрических мотороллеров от 99 тысяч до 150 тысяч сом. Есть также бензиновые мотороллеры, цены на них от 160 тысяч сом до 220 тысяч сом. Есть также бензиновые мотороллеры, цены на них от 160 тысяч до 220 тысяч сом. По всем вопросам обращайтесь по указанным телефонам.